Я скоро сдохну. Там реально, там кто-то... О, там кто-то ходит! О, твою мать! Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать! Выпустите меня из этой гребаной хижины, все! Всем, конечно же, бескрайнее море приветов, друзья и гости моего канала Нептун. Здесь рубрика Инди Ужастики. Сегодня поиграем в игрушку Lady Eyes. Эта игрушка, кстати, от разработчика Инди Ужастика The Room. Комната, помните, мы проходили буквально вот недавно. Про 10 комнат. Такая простенькая пиксельная была игрушка, но жутко страшная. И вот этот разработчик выпускает свой следующий проект. Но это ремейк. То есть он изначально выпускал Lady Eyes просто как инди-ужастик 3 года назад. А буквально 3 месяца назад он пересобрал заново свой проект, улучшил графику и выпустил вот такой вот ремейк. Ну или ремастер, называйте как хотите. Вообще вы знаете, что я обожаю инди-ужастики. И хороших знаковых разработчиков инди-ужастиков я запоминаю. Так вот, это очень даже толковый инди-разработчик, делающий очень неплохие ужастики. Поэтому будем его игры проходить. Итак, описание данной игрушки. Действие здесь происходит в каком-то, ну, неком месте, похожем на Дикий Запад, штаты Мичиган, США. Некая несчастная душа оказывается запертой во временной безопасной хижине, во время мощного, очень необычного зимнего шторма. Но находясь в безопасности в этой хижине, наш герой не одинок. Многие люди говорят о некой Леди Айс, об ужасном духе, который обитает в буре и замораживает любого путника на пути. В этой игре нам нужно пережить бурю. И, конечно же, избегать Леди Айс, потому что она окружает меня в темноте. И мне нужно держать фонарь и свечи зажженными, чтобы оставаться в безопасности. Потому что эта Леди Айс не может меня тронуть при свете. Но мне нужно быть осторожным, потому что Леди Айс может наложить на меня какое-то заклятие темноты. И тогда все, пипец. Ну что, погнали выживать? Старт. Так, кофеек у меня в руках. Хорошо. Так, все. Я думал, это ролик. Слушайте, неплохая графика, да? Даже следы есть. На снегу. Ураган. Мне нужно укрыться где-то. Так. Если верить описанию игры, здесь должна быть где-то хижина. Вот, Мичиган. Workers plenty during the summer months, but hard during the winter. Я так понимаю, что я... Doesn't just prey on the weak. All men are equal when the land freezes over. I've seen men stronger than horses freeze in minutes after getting caught in a blizzard. And those that do survive, they live in fear of Lady Ice. Да. Some folks say she's nothing more than... Да дай мне уже сказать! Others say she might have been something once. But now is nothing more than whispers, a ghost story. The fathers tell the children to keep them out of the store. But when she comes knocking, those folk won't be telling any stories. Да, да, да. So stoke the fires, light a candle. It doesn't matter what you do, so long as you stay out the dark. А потемнело, кстати. Короче, наш герой говорит, что он, видимо, куда-то там на работу, ну, искал работу. В этом штате Мичиган, в США. И типа внезапно началась буря, там лошади замерзли. И вот он вынужден идти искать убежище. И вот он вспомнил про некую легенду. Про некую Леди Айс. Но он, видимо, не особо-то и верит в эту легенду. Он считает, что это всего лишь рассказывает, знаете, типа бабушки и дедушки там пугают внучат всякими жуткими историями, чтобы они не ходили в пургу гулять. Итак, я нашел хижину. Right click. Вау, у меня есть фонарь. Так, правда? Во, зашибись. Блин, я не играл в оригинальную версию. Надо будет как-нибудь поиграть. Вот эта вот версия улучшенная. Но если вдруг вам интересно, то найдите, не знаю, оригинальную версию и сравните. Графика ничего так, слушайте. А это вроде как Unity. Довольно приятные юнити. Такие, чтобы изучить объект. Так, я имею... я не имею спичек.
То есть мне еще нужно спички находить. А, вот. То есть я могу чисто в теории зажигать. А, вон что-то лежит, подожди. Подозрительный сундук. Нужен ключ. Все. Черт. Я ничего не потратил спичку. Так, здесь какие-то картины. На многих картинах, кстати, изображена девушка. С белоснежным личиком. Возможно, это Леди Айс, нет? Ого. Зажег. Теперь стало намного теплее и ярче. Дейли Джадж? Ну, типа... Местная газета, видимо, да? Дейли Судья. Еженедельная судья. Так, British, Wanted, Lenor. Короче, понятно. Очень весело. Так, окна заколочены. Жуткая гроза. Мне нужно укрыться в этой хижине и, видимо, переждать. А чё? Запертый шкаф? А, тоже нужен ключ. Понятно. Блин, вот эти вот картины, висящие на стенах, реально немножко напрягают. Ай! Есть. Три спички. Эй! А чё она потухла? Эй, чё, временно работает? What the fuck? Реально Вон еще один сундук, кстати. Так, почему они временно работают? Они охренели, что ли? Не гасните? Не надо гаснуть. Британский артист, что-то там страна, время на месяц, ага, понятно. О, топор. Наточил я свой топор. Головешек Полендвор, да? Леди Айс? Типа, Леди Айс объявилась вновь. Да все это брехня. Я не верю в эти байки. Это все нереально. Это все не может быть. Так, свеча горит или нет? Все, потухло, видите? Так что я думаю, что тратить спички на свечи бесполезно. Ай. Тихо, коробка. Я вижу вон дощечки, видите, отдельно светом. Там, возможно, секретик. Заперто. Еще 4 спички. Какие-то подлагивания происходят. Возможно, это подгрузочки. Да вы издеваетесь. Леди Энн? Угу, понятно. Мне нужно изучить картины, да? Да, она выглядит очень мило. Real cute? Это мило? Ну, может быть, издалека и мило, но... При ближайшем рассмотрении очень крипово. Да-да-да. А, черт! Леди Энн найдена мертвой. Ее тело найдено мертвой. Она сначала пропала, видимо, а потом она... Ее нашли, видите, ее тело нашли мертвой. Вот надпись внизу в тексте. Ее нашли в заброшенной хижине. На севере Мичигана. Охренеть, что, видимо, тело было бы жено. Именно в этой хижине и нашли эту мертвую леди. Возможно, она и есть леди АСД. Так. Надо еще картину поизучать. Блин, страшно. Да блин. А, черт подери! Ожившие картины. А, у меня 6 спичек осталось. Так, кастрюльки, вы видали? Картина жила и прыгнула на меня. И врагу такое не пожелаешь. Так, подожди. Вот еще картина есть. Что это? Там кто-то ходит. Там
кто-то ходит в темноте. У меня кончаются спички. Я скоро сдохну. Там реально, там кто-то... Там кто-то ходит. Твою мать. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Выпустите меня из этой гребаной хижины, все. Я не могу, у меня ключей нет. Но мне же лампа. Она не может меня атаковать при свете, правильно? Иди сюда. Где ты? Я хочу на тебя посмотреть. Вот она, в темноте. Она черная. Ой-ой-ой-ой. Да, она, короче, я не могу к ней подойти. Видите, она не может подойти ко мне ближе, когда у меня лампа. Она от меня убегает. Причем дико убегает. Но как только у меня лампа потухнет, все, мне кранты. Так. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Мне нужно подучать картины. Нахер пошла. Ну, это какой-то чувак с автоматом. Так, я не могу проверить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотя... О, боже! Ключ. За картиной был ключ. Так, бери. Взял. А, у меня 3 спички осталось. Так, что у нас здесь? О, здесь еще спички есть. Все. Я понял. Частенько говорилось про то, что нужен какой-то золотой ключик. В принципе, он открывает, видимо, многие сундуки, да? Во, шкафчик открыли. Только ради чего? Леди Айс. Хоть в названии типа Леди Айс. А! Чёрт! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нахера так делать? Хоть в названии говорится, что типа Леди Айс, да, это Леди Снег или Леди Лед Айс. Тем не менее, она нифига не лед и не снег. Она обугленная. Я могу выйти, нет? Хрен там. Мне нужно открыть все сундуки. Вот, например, этот. Так. О, спички, да. У меня уже 11 спичек. Фига тут все перемешалось. Смотрите, столы передвинулись. Так, зажжем здесь. Думаю, что она не сможет зайти сюда. Воу! Гребаные картины. Пустая. Черт. Картины реально просто поживали. Что мне еще делать? Вон там какой-то сундук, я не могу его взять. Тогда что мне делать? Я нашел. А, вот еще последний сундук. Точно. О! Серебряный ключ. Время уйти. Так. А, тихо зажигаем. Блин. Подожди. Сейчас все свечи позажигаю. Где ты, мерзкая леди Айс? Она ушла? Что? 3 статуи уничтожат их. 3 статуи уничтожат их? Что? Чарли Ричардс мертв. Так, что-то подозреваемый в убийстве леди Энн Бауэр. Чарли Ричард был найден мертвым внутри хижины. Он был убит. И он был, типа, заморожен. Короче, ему отомстили. Он убил Леди Бауэр, когда та Леди Бауэр была живой. А Леди Бауэр, то есть, когда уже стала... Вот она, когда она стала уже... Вау. Когда она стала уже обугленной. Чё с ней? Она какая-то бешеная стала. Уйди нафиг, бешеная. Все, сдохни, мразь. Короче, она ему отомстила своему убийце, да? Она убила своего убийцу здесь. Так. Что?
Я чувствую, что я что-то забыл здесь. Что значит, что я забыл? Что я забыл? Топор? О, топор. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу! Все, я вышел. Ха-ха! Обломись. Так, я ушел с хижины. Да, пока еще шторм не сильно начался. Снег там замылил мне глаза. Ветер морозил мне кожу, бла-бла-бла. Понятно, да? Короче, тут такое поэтичное отступление, поэтичное. Я вышел из хижины жуткой и пошел к тремя статуям. Там кто-то орет, блин, вдалеке. Короче, у меня есть топор, мне нужно уничтожить статуи. Как только я замочу статуи, скорее всего, я смогу остановить эту леди Айс. Эй, вау-вау. Эй, какого хрена, чувиха? Эй, вау-вау-вау. Ты чё орёшь-то? Ты не должна нападать при свете. Чувиха, ты не должна нападать при свете. Боже, боже, какие мои уши боль. У меня уши болят. Так, статуя первая, да? Надо ее грохнуть. Да. Так. Что там, земля? Я слышал крики земли, детей. Так, 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 успей пробежать. Успей пробежать, давай, 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 давай. А, она меня укусила. Че это? А че она бегает-то? Вау, вау, да че? Что? Так я здесь не смогу зажечь спички. Так, restart from checkpoint. Она тупо примагнитилась ко мне. Просто тупо. Так, да-да-да-да-да. Давайте заново. Значит, идем крушить эти статуи. Так, первую развалил. Просто, по ходу дела, я поймал какой-то неприятный скрипт. И она почему-то оказалась впереди меня. Но она ходит медленнее. Так, где вторая статуя? Где эта вторая проклятая статуя? Народ! Нет, там, там тупик, да? Или нет? Там можно пройти? Фак, фак! Все, она от меня конкретно отстала. Но у меня такое подозрение, что она телепортируется, да? Вот она типа... Во, видите, она телепортируется, она оттуда отстала? Появилась дальше. Мерзкая девка. Леди Айс. Что самое странное и самое забавное, что она нифига не Айс. Она обугленная, обожженная, страшная. Не накрашенные страшные. Не накрашенные страшные. Вот где-то здесь, вот в этом месте должна быть... Вау, статуя. Где-то в этом месте должна быть шутка про бывших. Да. Так, так, где-то третья статуя должна быть. Я уже две нашел. Но многие статуи, блин, не видно. Нужно прям вплотную подходить, чтобы посмотреть, увидеть, что там статуя стоит. Так, может это она? Это дерево. Это гребаное дерево. Дайте мне сюда статую. Это что? Костер, разведись. Разведись, костерок, согрей меня, дружок. Ибо холода мне немножко. Так, может, камни нужно пойти? Блин, какой-то корыто. Она дикая, она визжит и орет. Как стерва. Последняя. Так, тихо. А, я в начало пришел. Да-да, вон знак. Значит, третья статуя где-то в другом месте. Может, там между камней пройти? Блин, холодно, 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 холодно. Надеюсь, я не босыми ногами здесь хожу. Черт! Вот за этим камнем по-любому. Где-то в камнях эта статуя, я прям уверен. Какая же она визжащая. Просто жесть, мои бедные ушки. О, крест. Ну это не статуя. Так, там деревья, там камни. А, как же она орёт. Я, выходит, получается, я за этими... За скалами. Или нет?
Нет, это не за скалами. Черт, я пришел на начало. Так, мне пробежать здесь. Давай. Вот здесь мне не было, точно. Между камнями, да, вот здесь. Пожалуйста, будь статуя здесь. Я уверен, что она должна быть здесь. Еще один крест. Еще один крест? Ну что, как-то мне эти кресты не помогают. Она все как бегала со мной, так и бегает за мной. Тотем? Вау. Так это статуя? Давайте. Разбил. Я остановил эту гадину. Я очень... Интересен. В общем, большое спасибо разработчику. Ссылочку на игру я помещу в описании под видео. Можете скачать, поиграть, тоже поиспытывать свои нервишки. Желаю всем добра, позитива и хорошего настроения, друзья. Непременно вступайте в группу ВКонтакте и зовите друзей на канал, потому что вместе нам будет только веселее. Всем пока-пока.